Главная новость последнего времени в научном сообществе – стремительное смещение Северного магнитного полюса Земли от Канадской Арктики в сторону России к Сибири. Он уже преодолел международную линию перемен дат, условную границу от полюса до полюса по разные стороны, от которой местное время отличается на сутки, и обосновался в восточном полушарии. Такие глобальные изменения вынудили ученых обновить всемирную магнитную модель, которая лежит в основе всей современной навигации, от систем управления кораблями в море до карт Google на смартфонах. С точки зрения именно испорченной связи, тут тоже действительно сложный вопрос, поскольку Арктика является в нынешнем варианте, как это называется, местом, где располагается интересы многих стран, от шельфов до полетов авиации, экономным маршрутом через полюс, если вдруг нужно в Америку перелетать. И в этом смысле, если связь портится, то, в общем, нарушаются все вот эти возможные коммуникации. Естественно, с этим как-то борются, но... как говорится, приходится подстраиваться. То есть вот, собственно говоря, к чему сказать, выключить эти возмущения нельзя, просто иногда прибегает к альтернативным связям, к метеорным следам, там, остальным вариантам. Во внешней жидкой части ядра за счет вращения Земли и сложных движений жидкого проводящего вещества формируется геомагнитное поле. Это поле в первом приближении можно описать как поле постоянного магнита, который расположен в центре Земли. Реальное геомагнитное поле, конечно, существенно сложнее. Иногда магнитное поле может исчезнуть совсем, а затем снова появиться, но уже в другом направлении. Магнитный полюс, он меняет свое положение постоянно. Он никогда не находится на одном месте. Он все время передвигается. И за историю Земли он уже прошел там сотни тысяч километров. В районе северного и южного географического полюса. Поэтому, говорить о каком-то необычном поведении полюса не приходится. Да, у него сейчас скорость перемещения считается аномально высокими, но на самом деле за геологическую историю такие скорости достигались не раз. Изменение координат Северного полюса Земли не предполагает изменения биосферы и урон здоровью человека. Последствия смещения полюса могут оценить только представители космической отрасли, организации, которым нужны точные измерения, авиа- и судоходные компании, а также военные. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс.